Здравствуйте. Работаете? Добрый день. Да, да. Мелкий ремонт в присутствии заказчика. Пожалуйста, что вам угодно? Угодно, чтобы пыль вытерли для начала. Стойка грязная. Смотрите, что делается. Неприятно же. Да, вы правы. Извините, пожалуйста. Набейте набойки. Стул ломаный. Тут у вас калекой станешь? Безобразие. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Только быстро. Сию минуту. Пожалуйста, получите. Ну, так я и знал. Плохо обкатано воском. Разве это работа? Неужели вы сами не видите? Переделайте. Хорошо. И дайте жалобную книгу. Одну минуточку. Прошу вас. Ой, это не пишет. Хочу пожаловаться на вас. Пожалуйста. В нашем ателье заказчик всегда прав. Ваша фамилия? Шавыкина. Пожалуйста, все готово. Молодец, Шавыкина. Я нарочно грубил и придирался. Стойка была чистая, стул целый. И вы, как и полагается, отвечали неизменно вежливо. Сколько с меня? 96 копеек. Пожалуйста. Благодарю вас. Квитанция. И культурно действовали. Большое спасибо вам от рядового клиента. До свидания. До свидания. Рядового клиента. Стала бы я все это терпеть, если бы не знала, что этот тип новый начальник нашего треста.